Туве зимовка скота проходит без осложнений, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. По данным службы по ветнадзору республики, на сегодняшний день на территории нашего региона начался единичный окот в Кахемском, Сутхольском, Байтагинском, Барунхемческом и Чедыхольском районах. Во всех категориях хозяйств республики осеменено 536 голов коров, в том числе в сельхозпредприятиях 120 голов, участников проекта «Кыштаг для молодой семьи» Барунхемческого района 425 голов. В личных подсобных хозяйствах населения и у 6 участников проекта «Корова-кормилица». Созданы отары баранов производители в 21 хозяйстве, по 3 хозяйства в Мангунтагинском, Авюрском и Тесхемском, по 2 хозяйства в Байтагинском, Дзунхемческом, Эрзинском и Кызылском, по 1 хозяйству в Барунхемческом, Сутхольском, Лухемском и Чедыхольском районах. В целом по республике зимовка скота проходит без осложнений в штатном режиме. Все сельхозпредприятия достаточно обеспечены кормами. На сегодняшний день остаток кормов республики составляет почти 135 тысяч тонн, в том числе резервный фонд кормов в размере 1763 тонн, что позволит благополучно завершить предстоящую зимовку. В то же время из-за большого снежного покрова зимовка скота осложняется в Эрзинском и Тесхемском районах. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 59 копеек, евро 71 рубль 23 копейки.